Не думал, что выберусь из этой комнаты. До скорого! Путь свободен. Хвала Создателю, да пребудет с тобой благословение. Дорога свободна. Я поведу свою паству через подвал к священному месту. Я надеюсь, ты сможешь прийти к нам туда. Еще многое предстоит сделать. Я хочу поговорить с тобой в последний раз, перед тем, как отправлюсь в великое путешествие. Мы навсегда запомним, что тебе удалось приблизить нас к началу великого путешествия. Наши приготовления подходят к концу, но ракеты, ведущие нас к спасению, еще не готовы к полету. Не хватает нескольких важных компонентов. Если ты все еще хочешь нам помочь, поговори с Крисом. Он скажет тебе, чего не хватает. Не знаю, как мы сможем тебя отблагодарить. Твое появление было для нас благословением. Мы всегда будем помнить тебя. Да, они приведут нас в земли обетованные, в прекрасные дали. Неспосланные мне видения подтверждают это. После всего, что тебе удалось для нас сделать, думаю, ты заслуживаешь знать все. Когда Крис пришел к нам, мы пытались убедить его, что он человек. Но это только злило его. Он казался потерянным. Мы решили, пусть он побудет с нами несколько дней. За это время мы убедились, что его познание в технике намного выше наших. Стало ясно, Создатель послал его нам, чтобы мы смогли совершить великое путешествие. Ясно было и то, что Крис должен трудиться в божественном заблуждении относительно своей человеческой природы, а также то, что сам Крис отправиться в путешествие не сможет. Нельзя назвать совпадением, что два человека определили успех великого путешествия. Я верю, что Создатель послал вас, чтобы искупить грехи людей перед моим родом. Вы оба наши спасители.
Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность. Твой приход стал благословением. Мы всегда будем тебя помнить. Да. Джейсон говорит, что мы вместе должны подготовить все к великому путешествию. Я заканчивал работу над ракетами, когда обстоятельства вынудили нас перебраться наверх в лабораторию. Мне не хватало двух компонентов – воспламеняющего вещества, изотопа 239, а также модуля регулирования тяги. Воспламеняющее вещество очень радиоактивно и быстро распадается. Вот почему мы не можем использовать протекшие бочки на пусковой площадке. То вещество уже нам не годится. Попытайся найти неповрежденный контейнер с воспламеняющим веществом. Что касается модулей регулирования тяги, их специально создавали для этих ракет. Без них ничего не взлетит. Хорошо, нам много не нужно. 2 или 3 литра будет достаточно. До скорого. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность. Твой приход стал благословением. Мы все...
Тебе удалось найти компоненты? Да, то, что нужно. И, похоже, контейнер цел, иначе бы тебе не выжить. Теперь осталось найти модуль регулирования тяги. В Рипконе побывали уже толпы старателей. Они все растащили. Компоненты могут найтись где угодно, если вообще найдутся. Джейсон говорил о каких-то развалинах промышленного здания к востоку отсюда. Там вроде высокий уровень радиации. Привет, я мамаша Гибсон. По крайней мере, с утра так звали. Я продаю разные запасные части и неплохо ремонтирую вещицы. По-моему, огромное здание к северу отсюда сложно было не заметить. Это Гелиус-1. Там заправляет НКР. Так что старатели туда не пускают. Да, есть модули регулирования тяги, но они не дешевые. 500 крышек. Вот цена. Одно удовольствие иметь с тобой дело. С возвращением. Куда теперь направляемся? С тобой приятно вести дела. Запросто. Дай гляну. Thank you.
Берегись. Тебе удалось найти компоненты? И в самом деле. Кстати, они в отличном состоянии. Да, скажу Джейсону, что великое путешествие может начинаться. У нас есть все для запуска ракет, Джейсон. Да начнется великое путешествие. Придите все, да направит меня Создатель и вложит в уста мои слова истины.